Всем привет! Привет, у нас канал Мискалина. Что сегодня будем делать с тобой? Открывать сюрпризы. Ну давай будем открывать. Я хочу Машеньку. Открывай Машеньку. Сюрпризы у нас из серии Маша и Медведи. И второй сюрприз. Принцесса. Принцесса Дисней, да? И вот мягкая игрушка такая сладкая. Давай помогу. Давай, открывай, посмотрим, что там попадется. Я бумажечки в сторону. Угу. Давай, помогу. Еще один самокат попался. Да. Только желтенький, да? Да. Я его в себе. Давай. Вот такой самокатик, да, у нас попался. Второй уже. Первый у нас сиреневенький и второй желтенький. Вот два у нас, да? Одинаковые, да. Самокатики. Наклеечка у тебя должна быть. Вот наклеечка. Наклеим их сразу. У нас какой бей? Какой? Сиреневый у нас первый попался. А сегодня желтенький, да. Покажи то, что вот так он катается. Да, давай, наклеечки наклеили. Давай другой открывай сюрприз. Вот этот это? Яичко. Ну давай, яичко. Вот желтенький попался. А что, вот, срывай ее вот так вот. Давай посмотрим. Давай помогу. На. О, кисточки еще попались. Лягушечка, да? Зелененькая теперь попалась. Смотрим. Краски это, да? Зеленая лягушечка нам попалась. Какая? Зелененькая. Вот такая. И вот такая? Да, желтенькая у нас есть уже. И зелененькая теперь попалась. Зеленая. Да, да, да. Ну, давай дальше. Это убираем в сторонку. Давай,
откроем сладкую игрушку. Да, лесные сказки. Да вот она просто открывается. Посмотрим, что тут у нас за сюрприз попался. Ой. О, ежичек вот такой прикольненький, да? Сейчас, сейчас, подожди, покажу. Вот такой ежик прикольный. В листике, что ли, дом сидит, да? Вот такой ежичек в листике. Прикольненький. Какой? На, посмотри. Где-то? И такие вот цукаты. Сладости. Ну-ка, что тут у нас на вкладыше? А, ежик. Вот они всякие тут у нас. Ежевичка есть, зайка есть, волчонок. Зайчишка, длинные ушки. Целый детский сад. В лесной детский садик ходят малыши, зверята. Ежевичка, ежичек, зайка, зайчишка, длинные ушки. Волчонок и лисичка, пушистый хвостик. У каждого своя лесная кроватка. Тихий час в детском садике всегда проходит мечтательно и увлекательно. Прочитаем про ежика. А вот ежик очень любит спать в тихий час, ведь во сне он становится отважным капитаном дальнего плавания. То первым в мире ежиком-космонавтом, то удивительным фокусником-волшебником. И ежик знает, пока ему это только снится, но когда он станет большим, все мечты сбудутся. Катится! Болтается он, да? Вот, посади его вот так вот. В листик, в листике он должен сидеть вот так. Нет. Вот. Нет? Сюрпризы понравились тебе? Да, вот и побежали. Пока-пока.